На просторах интернета и в различных группах в социальных сетях появилась серия программ о Елецкой рояльной гармонии и гармонистах, которые бережно хранят и приумножают традиции. Автор программ, руководитель городского клуба гармонистов Елена Краменцева, встретилась с нашими коллегами и рассказала о своем проекте. Проект «Я люблю гармонь» рассказывает о любителях Елецкой рояльной гармонии, их творческом пути, также об истории уникального музыкального инструмента. На создание цикла таких программ Елену Краменцеву подтолкнула невозможность живого общения в период самоизоляции. Наши герои – дети и взрослые, которые занимаются игрой на этом инструменте, уникальном, потому что Елецкая рояльная гармония – это как прототип аккордеона, знаете, внесена в каталог ЮНЕСКО. И это просто никак нельзя, это оставлять, забывать. И вот этот проект дает шанс продлить жизнь, что ли, гармошки Елецкой. Елена Краменцева работает с гармонистами более 10 лет. Говорит, главная задача сегодня – сохранить традиции игры на Елецкой рояльной. Тем более, это один из брендов нашего города. Гармонь в Ельце живет, и хотелось бы, чтобы это никогда не заканчивалось, потому что как на первый взгляд, неприметные вещи, как пятачок у нас в городском парке, в котором каждое воскресенье проходит Елецкое мотание, на самом деле есть не во всех городах. И вот воронежцы говорят, как у вас замечательно, вот у нас именно такого вот еще нет, чтобы узаконенного по расписанию приходят гармонисты, частушечницы, люди отдыхают. Елена Краменцева признается, работа над каждой программой – дело очень увлекательное. Пока вышло 5 программ и более 10 в планах. Выпуски монтировали с Юрием Владимировичем Бабушкиным, он очень помог, конечно, в монтаже. Конечно, мы своими силами, не профессионально, но отзываются, что получились душевные выпуски, все ждут дальше с нетерпением следующего. Участниками программ стали не только ельчане, но и жители Москвы, Воронежа, Санкт-Петербурга и других городов. Кстати, у героев программы есть отличный шанс стать участниками открытого городского фестиваля «Играй гармонь Елецкая», который, если позволит эпидситуация, пройдет осенью. Будет очень большой праздник на самом деле, потому что, да, люди, гармонии зазвенят просто на весь Елец, наверное. Серию программ «Я люблю гармонь» можно увидеть в группах в соцсети ВКонтакте «Культура Ельца», «Елецкий городской дворец культуры», «Елецкая рояльная гармонь» и в эфире нашего канала. Татьяна Зяблицкая, Николай Седых, Елец ТВ.